Это где, где, где? Это где, где, где? Где, где, где? На эту сторону иди. Отстань! Ай! Ты мне почки все отобьешь. Кто мешал маме снимать? Кто мешал маме снимать? Покажись. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет видео покупки и подарки, все, что я привезла с Москвы, и уже здесь купила, и там купила, и, короче, мне кажется, пора уже снимать это видео, потому что я все покупаю, и я уже забыла даже, мне кажется, уже не все собрала даже, как видите, у меня здесь полный трэш. Первое, что хочу сказать, чтобы не забыть об этом, это покрывало. Я наконец-таки купила новое покрывало, теперь на фоне будет всегда новое покрывальце. Ну, не всегда, у меня было розовое до этого, а теперь будет вот такое вот и белое, волосатое. Деня, давай не мешай мне. Короче, белое волосатое покрывало, оно огромное, евро такое, в общем, взяла себе. Так, давайте начнем с чего, чтобы я это убрала подальше, это то, что я купила... Нет, то, что мне подарили. Давайте. Вот мне подарила моя Любочка в Москве. Она меня задарила просто подарками. Обуви очень много. Она мне подарила вот такие вот кроссовки Puma. Я уже в них чуть походила. Офигенские. Может быть, кто-то знает эту модельку. В общем, розовые. Это мне уже на следующий год, к сожалению, уже не походишь. Да не трогай ничего. Не трогай. В общем, вот эти кроссовки. Дальше. Так, обувь потом еще будет. Потом еще будет обувь. Дальше. Давайте начнем с покупок, которые я еще купила. Это я купила Крестюшке подарок. Она уехала, к сожалению, и хотела ей подарить это раньше, но не получилось. Что я ей взяла? Кстати, знаете, на самом деле бюджетно так. Можно в Victoria's Secret сделать презентик такой человеку, да, которому вы хотите сделать приятно. Оказывается... Я так-то раньше туда не захаживала, вот решила зайти. Оказывается, в Victoria's Secret можно сделать своей подруге очень приятный презентик. И будет недорого, очень даже нормально. Я ей купила вот такие трусики. Офигенские, мне показалось, в горошек. Такие с вот такой кружавчатой. Вообще будет офигенски. Такие вот по дому ходить. Мы любим с ней в таких трусах ходить по дому. И дальше она это видео увидит уже, когда я ей подарю этот подарок. И дальше у них самый популярный есть аромат, называется Scandalous Victoria's Secret. Мне очень понравился. Это такой, который можно носить с собой в сумке. Мне кажется, этот запах ей понравится, потому что мне он очень понравился. Я думаю, что ей он подойдет и понравится. Очень красиво оформляют, все в пакетик кладут. Трусики тоже заворачивают. Так, я сейчас все заверну красиво, как и было. И задарю. Я думаю, что ей будет очень приятно. Вот. Victoria's Secret трусы по 799 рублей. Если там покупаешь 5 пар, сразу 2700 получается. Мне кажется, это вполне себе презентик, да, и туалетная водичка тоже там разные объемы по-разному, ну, например, вот этот стоит 1300, по-моему, 1299, вот где-то так. Я думаю, ей будет приятно. Дальше, малому я купила вот такие прикольные штуки, это где? Что за магазин? Я не помню. H&M, наверное. Да, H&M. Короче, купила вот такие вот классные тапки, в которых можно бегать по большим площадям. Конечно, здесь у нас не побегаешь особо. Это я там брала бегать. Носков взяла вот 5 пар, красивые расцветочки в H&M тоже. Сколько стоит? 500 рублей, вот 5 пар. Классные носки вот такие вот. И вот такие еще тоже прикольные заказала. Заказала, блин, купила тоже. На, Дэнь. Это твой тапок вообще-то. Вот. Себе я взяла Виктории тоже трусики. Я очень люблю носить. Я вам сейчас просто покажу одни, например, да. Это такие домашние трусики. Вот.
Просто я собираюсь отдельно вам снять видео с своим бельем последним, вот новым. Поэтому я не буду особо сейчас распечатывать. Я хочу вам снять это одно видео отдельное. Вот сейчас еще дождусь, пока придет белье. Расскажу, покажу, где покупаю, что мне нравится, что не нравится. В общем, Victoria's Secret, вот такие вот классные шортики. Я обожаю в таких шортанах бегать дома. Вот, и причем это очень клево, это и удобно, и это, я думаю, сексуально, да, со своим любимым. Посмотрите, какие красивые вот здесь вот полосочки и тигра, ну, для блондинки это понятно. Другие я однотонные взяла расцветки, я вам покажу это в видео о белье. Думаю, вам будет интересно посмотреть, что я ношу. Дальше мне подарили, я вот сейчас просто что вижу, то и буду вам показывать. Дальше нам подарили, одна из моих подписчиц, она подарила нам с Кристиной одинаковые такие вот подарки, плюс еще малому и кучу-кучу маленьких презентиков, которые я показывала в видео вам во влоге из Москвы. Не буду сейчас все показывать, сейчас покажу вот такой вот классный рюкзак. Смотрите, такой классный рюкзак. Он вот так вот собирается. Он идет либо серебряным, либо черным. Понимаете, да? Веня, не заставляй меня отвлекаться на тебя, пожалуйста. И вот так вот он клево смотрится. Сейчас вам покажу. Во. Ну, он пустой пока, в него можно набрать кучу всего. Она их делает на заказ и продают они. Я ссылку оставлю внизу под видео. В инстаграме вы можете найти, есть разные расцветки, белый, бежевый, еще какой-то цвет, я уже не помню. И Кристинке моей вот тоже вот так вот дарили, вот эта фирма New Star. Они еще делают комбинезончики детские, тоже как-то нам присылали комбинезончики. Вот, ну, Деньке подарили вот такую вот игрушку. Волк, который ест бабушку. А потом можно его расстегнуть и из желудка у него достать эту бабушку. Такой жестокая игрушка. Но может она даже быть и поучительной. На эту сторону иди. Отстань! Не мешай маме снимать. Также моя Любочка подарила нам для малого просто нереально на зиму. У него есть 1000 вариантов, как одеться. Короче, вот такой комбинезончик. Поло. Очень теплый. Ножки, ручки. В общем-то, голова. Раз комбинезон. Второй, это вот такой вот куртка, вы, может быть, видели в инстаграме. Вот такая куртка, очень теплая. И еще вот с такой вот штукой, которая одевается на ножки. Но мы уже ходим, нам это не нужно. Но куртка просто шикарнейшая. Орби написано. Не знаю, что за фирма. Вот, вот такая вот классная куртка. В общем, в инстаграме я оставлю, вы можете там увидеть фотки. Это то, что нам подарили. Потом подарили вот такую классную ветровку, тоже мы в ней гоняли, вообще он такой модный, классный, стильный, с капюшоном. Ты что дерешься? Офигенный костюм Поло вот такой вот подарили мне. Нам, малому. Вот такой вот. Тоже моя Любашка подарила, спасибо ей большое. Столько всего. О, офигенская шапка, которая всем понравилась. Стильная тоже. У нас профессиональная фотосессия была вот с этой шапкой. За что же? За что ты меня бьешь? В Заре кто спрашивал, где я купила ему такой костюм? Ай, ты мне почки все это бьешь. В Заре купила вот такой костюм, офигенский. У нас вообще размер 80, я купила ему вот эти штаны 86. 80-86 он идет. Нет, 86. А куртка 80. Вот такой офигенский стильный пацан у меня получился теперь. Себе я купила в Калзедонии. Офигенские. Вот такие вот штаны. Они утепленные, они внутри на флисе. В Калзедонии, кстати, очень большой выбор. Есть и теплые. И стоят они 2,5. Вот эти 2,5, есть по 3,5 еще. В общем, классные. Их одел, офигенно. Вот этот вот стильнючие такие под кожей сделанные штучки интересные. Вы тоже можете увидеть из профессиональной фотосессии. Я вот в них там, в этих штанах, если кто спрашивал. Кому интересно. Дальше. Давайте по обуви пройдемся. Еще нам подарили с малым вот такую обувь. Это Любочка подарила. Вот такие кроссовки для взрослого и вот такие же кроссовки для малыша. Мы уже в них тусовались, уже вот эти нужно стирать, потому что малой их загадил. Загадил.
не знаю, в какую грязь наступил. Также я купила себе и показывала во влоге офигенские кожаные в Заре, только в детском отделе, вот такие вот сапожки. Самое интересное, что это в детском отделе, именно в детском отделе можно купить, во взрослом нету. Вот, они кожаные, бычья кожа, по-моему, вот, размер у меня 37, да, 37 взяла, тоже в фотосессии я тоже в них. Я вообще ими довольна, самое классное, что с первого раза, как только я их одела, они мне нигде не натирали, то есть я их одела, пошла, и все офигенно, нигде ничего не трёт, не надавливает. Также в Москве малому купила вот такие ботиночки, всего лишь за 580 рублей, они такие демисезонные, то есть не зимние. Это я купила, знаете, где? На Бутырском рынке. Вообще, там есть магазин какой-то для семьи, для дома, все. Мне нужно было как раз ему что-то купить, потому что мы потеряли ботинки наши одни. И спасали вот эти маленькие кроссовочки, но у них уже было прохладно, вот эти тигровые. И я купила вот такие классные, короче, ботинки, тоже он их гоняет. А сегодня я купила ему вот такие вот теплые сапожки. Очень классные, мне нравится, что они черные, я черные взяла. И мне нравится, что у них вот эта белая подошва. Мне кажется, сейчас какая-то мода пошла. Ну, такие сапоги, которые черные с белой подошвой. Ну, очень стильно смотрятся, мне нравится. А внутри сказали натуральное. Сказали натуральный мех какой-то. Вот. Тоже купила на рынке тоже у нас. Так, с этим все. А, куртка. Куртка, вот я купила. Купила я ее в Glory Jeans, просто неожиданно. Я, в принципе, хотела себе черную куртку, только кожаную. Ну, в кожаной уже холодно, как вы понимаете. Но ничего, я заказала себе кожаных курток, куча на всяких китайских интернет-магазинах. Все это буду вам показывать, буду экспериментировать, потому что там никогда не угадаешь еще с размером, да, толком. Ну, посмотрим. И я, когда увидела вот эту куртку, во-первых, она теплая. Она не увеличивает, то есть вот все куртки, которые я мерила до этого, они какие-то большие, громоздкие, они увеличивают, а это не увеличивает. Плюс она закрывает попу и достаточно быстро застегивается, просто змейка. В общем, куртка очень теплая, стильная, закрывает попу, не увеличивает вас в объемах, очень быстро и легко застегивается и черная. В общем, можно ее носить, очень классно. Также мы зашли в магазин Lush. И что мы там выбрали в магазин Lush? Очень интересные вещи. Значит, первое, что я хочу показать, это вот такой спрей для волос. Вот это вот все. Как оно называется? Антистатик для волос. Как он пахнет, кстати, я даже не понюхала. Ну, как всегда, пахнет у них все очень сильно. Но он не только антистатик, но он еще увлажняющий. Здесь входит мед, свежий лимонный сок. Ой, сейчас светлят, наверное, как мои волосы. Масло розового дерева. И, в общем, много всего. Не буду сейчас все перечислять, потому что малой не дает просто все перечислять. В общем, хочу попробовать вот это увлажняющее средство и антистатическое, потому что зимой бывает, что когда ты одеваешь все, просто волосы электризуются, и это так бесит. Приходится их мочить, никак. А тут можно раз и сбрызнуть. Дальше вот такая вот интересная штука. Такой пластилин для детей. Самое интересное, что у них можно для маленьких использовать все, потому что все у них из пищевых каких-то сделано веществ, сделано вручную с использованием свежих ингредиентов. Ну, в общем, что можно в рот брать, и ничего страшного, если вдруг случайно что-нибудь там попадет в рот и проглотится. Это такой пластилин, с которым можно купаться, можно мять его, в общем, он такой вот разноцветный, и я думаю, что мы будем с ним купаться, то есть он мылится, и, в общем, будешь вот мелкую моторику разрабатывать. Взяли вот такой большой кусок, может, я еще поделюсь со своей племянницей, посмотрим, если понравится, то в дальнейшем мы возьмем больше таких разных всяких штук. В общем, такой пластилин, мыло для ванны и душа, в общем, чтобы ребенок играл. По-моему, это очень круто. И еще взяли вот такую офигенскую бомбу. Я думаю, будет весело, потому что эта бомба, она окрашивает ванну. Сначала идет розовый, потом темно-синий. Мне кажется, это очень круто. Представляете, ребенок купается, бомба взрывается. Сначала все розовое, потом синяя вода. Мне самой будет интересно. Пахнет она изумительно просто. У них вообще сейчас очень много всяких новинок в Lush. Очень много всяких новинок, которые именно новогодние, классные, веселые для пацанов, для девчонок. Короче, там очень классно.
Я, в общем, порадовалась очень сильно всем этим новиночкам. Мне вообще будет интересно, как мой малыш будет играть с этим пластилином. Фух, все, я вроде бы все вам показала, рассказала, просто малыш не дает мне ничего делать. Я тут сижу как... Все! Жара у нас в квартире, отопление включили, невозможно. Ладно, все, мои хорошие, я показала, рассказала, что как где приобрела. Спрашивали все за обувь, это Зара. Спрашивали за костюм, это Зара. Спрашивали за штаны, вот эти вот, это Калзидония. Ну и в принципе все остальное понятно. Всем спасибо, дорогие девочки, за подарочки. Мне на самом деле очень приятно. Все носим, все классно. Вот, Кристинке моей тоже, думаю, будет приятно получить все подарки. Ну и ждем следующего видео. Я с вами прощаюсь до следующего. Ну-ка, иди сюда. Кто мешал маме снимать? Кто мешал маме снимать? Покажись. Ты поцелованный. Ты видишь, что мама поцеловала тебя? Ты такой поцелованный. Ты как котенок такой. Ты как котенок. Ты такой измазанный. Она хочет тебя защекотать.